Дорогие друзья, всякое благое дело требует благословения, а обучение Божией грамоте дело благое есть, как говорили наши старинные каллиграфы. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот так эта молитва краткая, которая поможет нам с вами в работе, выглядит по-церковно-славянски, написанная церковно-славянскими буквами. Что нам здесь непонятно? Конечно, есть какие-то особенные знаки, надстрочные, но в целом мы узнаем буквы, потому что они являются нашими родными буквами, потому что вообще церковно-славянский язык – это язык нам родной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Это значит, что мы призываем на помощь всю Святую Троицу. Во имя. Это значит во славу, потому что мы именуем Бога многими и славными именами. Мы называем Его Бог, потому что Он богатый, Господь, потому что Он Господин, Господь сил, Господь Вседержитель. Мы называем Его святым, всеблагим, крепким, да и сколько еще других замечательных имен мы усваиваем бессмертному и непостижимому Господу. Итак, начнем благословясь. Предмет нашего рассуждения – высочайший, церковно-славянский язык. В этом слове «церковно-славянский» мы видим два корня, оно сложное. Что значит «церковный»? Задумаемся. Это значит, что церковно-славянский язык является языком литургии, является языком богослужения, является языком молитвы нашей православной церкви. А что значит «славянский»? Какой славянский? Мы же знаем с вами, что сейчас в мире проживает и говорят по-славянски не менее 250 миллионов человек. Славяне в основном живут в Европе, потому что славянская группа языков относится к индоевропейской семье языков. Итак, зеленеющее древо славянских языков. Их, этих языков, много. Нарисуем это древо. В целом, мы все славянские языки и их многочисленные говоры и наречия можем разделить на три группы. Одна группа – южнославянская, мы назовем в ней, какие известные нам языки – болгарский, сербско-хорватский, македонский, словенский. Затем мы с вами назовем группу восточных славян. Эта группа нам ближе всего знакома, потому что мы сами по языку относимся к восточным славянам. Это языки русский, украинский, белорусский. И мы назовем с вами еще третью группу. Западных славян, западные славяне и их языки. Это языки польский, чешский, словацкий. Мы должны знать, какое отношение вот к каждой группе языков имеет церковно-славянский язык. Для этого мы вспомним с вами историю. Впервые книги, впервые письменность славянская появилась у нас благодаря подвигу святых братьев Кирилла и Мефодия. Кто святые братья Кирилл и Мефодий по своему происхождению? Они полугреки, полуславяне. Осваивали не только греческий язык, потому что отец их был греческий военачальник, но они хорошо знали язык славянский, потому что Салунь была славянской колонией на территории Греции. Болгары считают святых братьев Кирилла и Мефодия своими, македонцы тоже считают своими. Но мы церковно-славянский язык видим распространяющимся и на территории западных славян. Мы знаем, что первая грамота Додеся Моравия, что первые места богослужения проходили именно среди моравлян, на территории западных славян, там, где мы говорили чешский и словацкий язык. Итак, моравизмы, чехизмы, они тоже отмечаются в церковно-славянском языке.
И, наконец, мы тоже его считаем родным, восточные славяне. Это язык нашего богослужения, который во многом нам понятен. Итак, церковно-славянский язык – это общий язык всех славян. Здесь мы его и изобразим на древе. Церковно-славянский язык. Он есть ствол. Он есть основа, питающая, животворящая основа всех славянских языков. Вспомним с вами первый псалом псалмопевца Давида. Открываем Псалтырь, псалом первый, и читаем о праведнике, который, изучая закон Божий, становится словно дерево при исходящих вод. Вот мы прочитаем этот стих третий. «И будет такой праведник, изучающий закон Господень, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика аще творит, успеет». С успехом будет все делать такой праведник. Обратим эти слова и применим их к церковнославянскому языку. И получается, что церковнославянский язык есть древо, стоящее при исходящих вод. Каких вод? Церковнославянский язык ведь тем отличается от нашей обыденной речи, что слова в нем – символы, и слово «вода» в нем имеет значение. Вода крещения, вода просвещения, вода паки бытия. Но церковнославянский язык, как пронизанный истинно христианским духом, не терпит никакого насилия. Его нельзя изучать насильно. Он не есть некий мертвый закостеневший язык, который требует изучения его омертвелых форм. И он открыл уста гугнивым, он отверз уста почти бессловесным восточным славянам. И славяне не только церковную службу стали писать или говорить, они смогли использовать церковный язык, смогли использовать буквы книжного языка в своем обыденном общении. Так, например, уже мы знаем по раскопкам в Древнем Новгороде, что в первых новгородских грамотках простые крестьяне, простые жители города переписывались между собой и писали на бересте друг другу о всех своих нуждах. Так мы читаем трогательную историю отношений Бориса и Анастасии в новгородских грамотках. Борис пишет «К Анастасии». «Како приидися грамота, тако пришли ми цоловек на жеребце, за неми здесь дел много, да пришли соротицю, соротице забыл, просят прислать рубашку, а еще жалуются, что озерите сено ему покосили». А вот уже вдовая Анастасия обращается к своим братьям за помощью. «У меня Бориса в животе нет», пишет она в грамотке, то есть умер ее Борис. Святой летописец Нестор сделал примечательную запись в повести временных лет под 998 годом. «Бе един язык словенеск, словене иже сидяху по Дунаеве» – сидеть – это жить. «И марава, и чеси» – чехи, «и ляхове» – поляки, «и поляне я же ныне зовомая Русь». И поляне, которые теперь зовутся русскими, имеется в виду территория Киевской Руси. Князь Владимир по крещении Руси начал создавать школы. Начал поймать, то есть брать князь Владимир, у нарочитых людей чад их и отдавать в школы. «Матери же сих чада», как говорит нам летописец, «плакахуся по чадам своим». «Аки по мертвецы плакахуся». Рыдали и плакали. Видите, слово «плакахуся» с суффиксом «ах» говорит о многократном действии. Много слез пролили матери. Да дважды этот глагол повторен. Говорится о том, что нелегко расставались со своими детьми матери, отдавая их в школы. Казалось бы, что такого? Мы сейчас своих детей провожаем в школы, берем букеты, и для нас это радостное событие. А тогда школа была дело неслыханное. А самое главное, летописец добавил такую приписку, «не бобе укреплений верою». То есть эти матери не были укреплены верою. Они понимали, что они чадунюшку своего языческого теряют навсегда, что он явится к ним уже преображенным, уже другим человеком. Так формировался русский дух,
и русский характер. Так преображались в крещении и в просвещении святом наши предки. И надо сказать, что дети тогда вели и своих родителей к вере, вот этих матерей, которые плакахуся по ним, аки по мертвецы. Вспомним и прочитаем отрывок из жития святого Феодосия Печерского. Мать святого Феодосия долго не понимала и не принимала подвига своего сына, который с детства душею влеком на любовь Божию и хожаше по вся дни в церковь Божию, послушая божественных книг. Много жды ей от великие ярости разгневатися нань и бити и. То есть она била своего сына от великой гнева и ярости многократно. Возвращая в дом, яко некоего злодея, ведущий связано, связывала его, и даже возложи на ноги его железо, приковывала сына своего. Но юноша все принимал с радостью и продолжал свой подвиг. Мать же, которая любляше его зело, очень его любила, паче и нех, то есть больше всех остальных своих детей, через свою материнскую любовь, поняла и приняла Христову истину и стала монахиней. Поэтому к нашим урокам мы приглашаем не только детей, но и взрослых, которые сейчас тоже похожи на детей, потому что мы словно дети сейчас в храме, перед которыми открывается бесконечный мир познания Божьего Слова. Давайте с вами обобщим все, что мы сказали. И посмотрим, что нам надо запомнить из того, о чем мы говорили. Церковно-славянский язык, первое, что мы должны запомнить, это живой язык божественной литургии и молитвы всех славян, исповедующих православие. Второе, что мы должны запомнить, что церковнославянский язык по своему происхождению является южнославянским языком, родным языком святых братьев Кирилла и Мефодия. Третье, что мы должны запомнить, что церковнославянский язык распространялся как язык просвещения по территории всех славян, а первые богослужения шли у славян западных в Моравии. Следующее, что мы с вами должны запомнить, что церковнославянский язык лег в основу языка восточных славян, русских, украинцев, белорусов, что он сформировал великий, могучий, свободный и правдивый русский литературный язык и объединил нас всех в духе. Следующее, что мы должны с вами запомнить, что отчуждение от церковно-славянского языка, которое мы с вами совершили после 1917 года, привело к тому, что мы потеряли славу не только языка, но и всего народа. Мы видим это из нашей исторической судьбы, что увядает зеленое наше древо, что прекратилось животворное питание. Конечно, велика инерция и прекрасны еще наши литературные тексты, но чтобы не затмилась слава целого народа, мы должны с вами сохранять и приумножать ее. Теперь мы предлагаем вам выполнить задание и ждем от вас писем. Перепишите по-церковнославянски из Евангелия молитву «Отче наш». Перепишите старательно, красиво, помня, что церковнославянская буква должна быть красивой, и она еще не просто пишется, а даже рисуется. Второе задание. Подберите стихотворение о родной речи на русском, украинском или белорусском языке, как вам ближе и роднее.
Храни всех, Господь!